Заходи ты. А что она у тебя розовая? А, розовая, розовая. А вот. Смотри, какая у меня дырка. Угу. Колеса черным раскрыть? Черным? Черный свет. Как-то ты неаккуратно это колесико сделал. Вот молодец. А это что такое? Ой. Подожди, подожди. Ты еще плюха. Нет, подожди, подожди, надо вот так отменить все. Как? Вот. Вот так? Угу. Все, все. Нет, теперь вперед наоборот. Не, надо вот так. О, молодец. Ты что, белым карандашом все закрашиваешь? Да. А тут резинка есть стирательная где-то, наверное. Вот, вот это, наверное. Нет, это стоп. Видишь, это стирательная резинка. Я тебе... Ну вот, видишь, все стерло. А, да, 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 да. Вот теперь черный бери. Ой, эй, черный. Ой, ой, ой. Я черный. Ну-ка попробуй. Странно. Я зай черный. О. А вот это надо. А. Подожди. Не-не, черный теперь возьми. Черный. Черный. А, вот тут надо инструмент поменять. Карандаш. Конечно. Теперь бери. Вот. Молодец. Теперь давай фары желтые сделаем. Фары? Где желтый цвет? Ну вот желтый. Это оранжевый. Вот. Или вот этот яркий есть. Какого хочешь. Угу. А вот этот есть. Ну, это зеленый уже больше. Зеленый или? Угу. Фары, фары. Ага, вот фары. Эту. А вот таким оранжевым... Нет. Это не фары? Нет. Вот таким оранжевым вот этот вот. Вот этим сделай. Вот этим ярким. Этот? Ага, вот, этот. Вот эту вот лампочку. Ну-ка, давай еще раз покрасивее. Естественно. Нет, нет, карандаш возьми. Можно просто вот так отмену сделать. Давай, окрась аккуратно. Еще что, кисточки есть. Давай кисточкой попробуем. Сейчас это сотрем, подожди. Еще ой, я свет тебе стёрла. Ой, что, что, что? Смотри. Я вот и куда? А что, подождать никак? Сейчас же придет она. Ну ладно, иди быстрее, дочь. Потом это, я скажу, что я немая. Ев, иди, говорю. А эту оранжевую давай. Вот а, нет, две такие. Нет, там одна такая, одна такая. Ну ладно, давай дальше. Руль каким, черным? Ой. Нет, здесь нету руля. Ну вот, руль, тут панель. Мы пришли с Макарушкой на прививку, на очередную. Его уже посмотрели, проверили. А у Евы что Макар Ева сделала? Руку сломала. А Ева у нас сломала руку. Привет, красавица. Теперь ходит в папиной кофте, а теперь чтобы было проще. Надо привет. Сейчас руки. Вот. Хорошо, конечно, еще хоть не правая, а левая, но все равно приятного мало. Оба сломались. Сейчас доедем до дома, возьму у Евы интервью, как это было, потому что меня рядом не было в этот момент. Я вам не скажу точно, как это произошло. Лера там засняла кое-что уже от момента, как мы приехали домой. Но саму историю вам расскажет Ева попозже. А, Макарушка здесь рисует. Ждем врача. Ага, вот, молодец. Один оранжевый, один красный, правильно? А какая здесь? Не знаю, какой тебе нравится. Делай синий. А что они? Какие тебе машины нравятся? Смотри, какие вот. Нет, как нашу. А, как наша? Польша дырка такая. Наш серая вот такая, да, наверное. Вот или такая. Вот это, наверное. Нет, вот это. Да. Ушел. На сколько он сказал, вырос?
На 4... 2 инча. На 2 инча? На 4 сантиметра, смотри, да? Я окошко покажу. О, как ты это сделал, молодец. Макашка вырос на 4 сантиметра. Индекс массы тела у нас идеальный. Все, машина вот. Готова. В каком городе ты живешь? Бокаратон, молодец, его спрашивали. А фамилия как твоя? Белая. Молодец, моя. Меня тренер спрашивает, какая твоя фамилия. Тренер. А я не знаю сказать. Ну, ты по-английски не знаешь, по-русски же знаешь. Ты же мне сейчас только сказал. Какой тебя тренер спрашивает? Кто у тебя страшно спрашивал фамилию? Ребекка и Джеймсон. Ребекка и Джеймсон. Имя они спрашивают, а не фамилию. Когда будем клеить фамилию на кофту? Да. Так что будем на кофту клеить? Номер, имя или номер и фамилию? Номер, фамилию и имя мое. Угу. Еще адрес. Еще адрес. Ну, еще что-нибудь. Еще платье. Платье еще туда можно наклеить. Платье приедет. Все, выбирай другую тачку. Тачку. Вот тут. Вот это Lamborghini. Лабогини? Помоги. Ну давай, Лабогини. Давай красить свои Лабогини. А свет у меня. А Лабогини красная? Да. А где красный? Ну вот же красный. Или тебе вот такой яркий надо? Нет, ты возьми, наверное, другой инструмент с карандашом. Да, большие части не удобно красить. Ну, короче, все удобно. На ручкой. Да, кисточка удобнее. А ручку... Вот хулиган уже все знает, а? Где что у мамы в айпаде лежит? Давай. Надо красоту черной. А у Баргини черное колесо. Подожди. Давай его тут добавим. Кутая. Кутая, конечно. Здесь вот черным. Цветом можно только... Это ой. На коньяке мне били. Сейчас. Смотри. Давай... Смотри. Смотри, Бибико, на машине плавай на воде. Да? Да. У них... Вот, смотри, пальма. Лодка такая били. Теперь у тебя полная картинка. Пальма, океан, Ламборгини, луна. Пальма у меня какая-то на это. Вот. О, ну все, теперь огонь. Картинки можно. Да. Ты зачем мою пальму убрал? А это ты листал картинки? Ну-ка, сейчас будет с пальмой. Во, смотри, как. Вот. Макар заждался, говорит, я могу Голюбу высунуть. Я говорю, попробуй. Давай, там много будем. Да? Давай позовем. Еву заразили рисованием. Она теперь рисует. Там стоит самолет, да, Ева? Да. Thank you. All right, so you're going to give this form to the school. This form right here is going to tell you when you need to come back for his next set of vaccines, okay? So the next set of vaccines, you need to at least be here by at least this day. And then it tells you right here what he's going to get next. So he needs to get another DTaP. He's gonna get another. He's gonna get DTaP. He's gonna get varicella. He's gonna get MMR again. He's gonna get another polio, and he's also gonna get another Prevnar. Okay. Okay. All right. Thank you. You're welcome. Садись, залазь. It's going to be a total of 5. Макар смелый какой мужчина. Молодец. Да, быстрее сделаем и в Макдональдс поедем. А может в Макдональдс еще клубничный возьмем? А как папа тебе покупает? Смузи? Руки холодные стали. Он еще разделся, тебе прохладно. Купим клубничный можно смузи? Я, тебе делали уже, помнишь? Да. Да. Ты так даже не плакала вообще.
Нет. Нет. Вообще не плакал. У меня даже видео есть. Да, ты не плакал. Вообще, я тебе дома покажу видео. Сколько бумажек, видишь? 5 штук разных. Ужас. Какие бумажки. Да? Химия. Can you hold your hand for me, please? Alright, buddy. Готов. Закрывай глазки. А ему интересно. Закрой глазки. Глазки закрой. Оп. Вот это да. Вот это да. Еще один, сынок. Ты же мой сладенький. Что там такое? Сейчас наклеят тебе пластырь. Вот это папа посмотрит, обалдеет. Интересно, папа маленький был, тоже не плакал, Макар? Как думаешь? А? Или плакал? Ему хочется мне что-то грубое сказать, наверное, отстань. Не смотри, сынок. Молодец. Ну ты крутой, сынок. Ну ты крутой. Офигеть. Макар, ты что, врачом будешь? Даже не боится смотреть. Мама боялась. Ой, ты мой. Наверное, надо Лего купить нам поехать. Спасибо. Ты как? Все хорошо? Молодец. Все, едем. Давай кофточку один. Ну-ка покажи, что там тебе дали. Какие-то стикеры, да? Да, красивый. Сейчас выйдем, сейчас я распишусь и выйдем, окей? Ура, едем в Макдональдс Макара покупать. Кто упал? Мастер. Ну ничего страшного, пойдем. Мы тебе сейчас дома новый наклеим, красивый. Пошли, сынок. Вот такая наклейка у меня от Макарки. Привет, Макар. О, у Евы тоже? Нет. Круто. Поделился, себе ничего не оставил, да, сынок? А у меня ты принял наклейки, даже себе наклейки. Так. У меня теперь большая сумка, пока найду ключи. Вроде все, залазьте. Сына, можешь кофту снять? Сейчас я с той стороны подойду. Приехали в Таргет, Макарушка попросил подарочек. Какой-нибудь, ну хоть какой-нибудь. Пойдем посмотрим. Он говорит, что у него очень сильно болит рука. Ну я даже знаю, какая болит. Последний у него укол был очень болючий. Клей, да. Пойдем в детский отдел, где игрушки. Пойдем. Это просто такие циферки, резинки. Пойдем в этом, в детский отдел. Сына, сын. Пойдем туда, где все для деток. Для девочек? Для деток, я сказала, а не для девочек. Для девочек. Нет, не для девочек. Ты че? Я думаю, для девочек. Да ты моя прелесть. Я думаю, пойдем, любимый, это пойдем. Чипсы? Да, это чипсы. Чипсы такие не бывают. Да. Ой, что тут все кругом чихают, ужас. Давайте быстрее купим и уйдем. Сейчас, Макар, что-нибудь выберет. Классно, да, Яна.
маму бросать в воду. В маму бросаться? Смотри, сын. Мама, это рука Супермена. Да? Да, это рука. Ничего себе. Конечно. Ну, это такой пинать, наверное, сын. О, вот. О, вот эти ты искал? Ой, смотри, похоже, как мы с тобой рисовали, старинная машинка. Где? А, да-да. Не такие ты хотел, Hot Wheels? Где, вот еще. Где? Мам, подожди, я на там дальше. О, вау! Крутой. Я сейчас завалюсь туда. Завалишься туда? Вау! Мама, я вот это хочу. Ага. И вот эти. И вот эти. Так, ну давай теперь выбирать. И вот это. Не, давай три я тебе куплю. Только выбери какие, окей? Мотоцикл берем. Давай Еве, Ева рука, рука не одна, только свободная. Все, выбери, который самый больше теперь нравится. И мотоцикл, наверное, да? Все, а остальные убираем. Окей. Ты моя крутышка. Какой? Ну, давай это в следующий раз купим. Крутая, а круче, чем та. Мама, давай зимой купите вот эти шарики. Да нет, они у нас в прошлом году были, только мусор от них. Нет. Давай, выбирай скорее. Те убирай тоже ты. Нет, вот эти вот убирай. Все. А это берем. Надо корзинку купить. Ну а так где корзинку взять? Мы сразу не взяли. Ну пойдем, бери их, дойдем до корзинки. Пошлите. Ева, пойдем, мы все. Нет, Аня, вот эту мечтающую, да. Ну, это папа тебе купит на день рождения. Ты сильно большая. Пойдем. Мячик, ты здесь взял, сына? Да. Пойдем. Что ты выбрал? Вау, четкая, да? Что, макафон? Да у тебя же есть дома караоке. У тебя это детский, а у тебя есть для взрослых. Детский. Да. Ну пойдем, вот напишешь свои желания. У тебя скоро день рождения, уже через 3 дня, сынок. 3, да. Да, не 3, 4, да? Мама, можно я попою? Ну, оно не работает здесь, не включено. А. Пойдем дома, включим, попоем. Нам еще кофту на тренировку надо сделать. Еще кофту надо наклеить нам с тобой сегодня имя. И еще надо успеть полежать. Пойдем. Поднимаю шлягу. Угу. Пошли скорее. Где корзинки? Нам же еще сейчас Макдональдс, сын. Давай скорее, а то они сейчас закроются. Да, он искал корзинку, чтобы положить свои эти машинки. Все, выходим, да? Да. Пойдем на кассу. Ты довольный? Да. Да? Тимоси, мне дали вот такая. Да. Давай, какой мусор у тебя, говоришь, забрать? Вот, вот этот? Весь. Весь. Ну ты все не бери, возьми одну, потому что ты там уронишь их. Тебе же еще тащить свой Макдональдс. Давай, одну возьми какую-нибудь. Давай, одну вот сюда воткнем. Они все хотят. Все хотят с тобой, но одна пусть тут отдыхает. Мама, прикинь, давай. Ого. Так, мы идем в Макдональдс или нет? Ну тогда давай. Ой. Давай, ложи их всех тут на свое сиденье. Вообще у тебя такие крутые они. А вот еще мусор попал. Ну что сейчас тут? Все, пойдем, сынок, выходи, пожалуйста. Приехали в Магнат. А коробку-то ты зачем взял? Это мусор? Да. Давай сюда. Сам пойдешь выкидывать? Давай. Ну, ну вот я про это же и говорю. Так, господи, держись за одну ручку пакета, сынок. Все, неси в мусорку. Ев, мы сейчас. Вот мусорка, сынок.
Только руками не трогай. Все, молодец, пошла. Маску, маску. Да что ты трогаешь все? Это же не твой велик. Ну, конечно. Заходи. Ничего не трогай, просто заходи, прошу тебя. Здесь будешь заказывать? Да, давай, пойдемте сюда. Я могу на площадке подать? Могу? На площадке. Нет, на площадке сейчас не надо. Что ты хочешь? Давай. Говори. Вот это вы хотели, да? Да. Ты будешь вот этот напиток? А-а-а. Так, сынок, нет, на площадку нельзя, она закрыта. Давай. Смотри, стробери, бананы, смузи будешь, Макар? Смузи или манго-ананас. О, манго-ананас может? Маленький, наверное, бери ему. Нет, Мишель тоже возьми. Хочу. Два возьми. А, Ника не любит, да, смузи-ананас? А, так, что еще? Так, а, ты будешь Happy Meals или отдельно? Давай отдельно, сына. Отдельно? Так, они любят. А Happy Meals, посмотри, там есть игрушка какая-нибудь? Игрушки вон там. Где? А, я-то не вижу. Игрушку будем брать или без игрушки? Вы наггетсы будете? Мы наггетсы будем, да. Давай ему Happy Meal, наверное. Happy Meal, сына? Игрушку хочешь или нет? Макар? Нет. Не хочет игрушку, окей. У меня есть уже. Красавчик. Ники, брать такой? Ну, возьми, я не знаю. Все, идем в очередь. Okay, yeah. Девчонки тут сидят. Я хотела сегодня клеить Макару надписи и цифры, но у нас случилась поломочка в организме. И теперь будет я и Никуся будем ей помогать сейчас. Уйди, пожалуйста, отсюда со своим этим Макдональдсом, Макарушка. Не чавкай, иди туда за стол. Вот такая у нас будет надпись. Сейчас будем сами делать. Тюгом Ева купила два набора. Или три. Сколько? Два. Два набора букв и один набор цифр. Вот. Будет так. Хотели фамилию, но фамилия у нас сильно длинная, пока не влазит. Надо брать два инча буковки для фамилии. На следующую кофту сделаем, возможно, фамилию уже. А пока вот так. А на красную будем первую делать, наверное. Школу же ему. На эту. Тебе красную жаль тебе делать? Если мы эту испортим, мы такую же купим. А красную у нас там Learn to Play. А, понятно. Мы никак заменить не сможем. Понятно, понятно. Мама, ну, я не думаю, конечно, что мы ее испортим. Ау. И на шлем. Макар хочет на шлем наклеить. Что ты там хочешь? Цифру тоже. Свой номер 17. И этот, пантера, где? Давай. Вот. Ну нет, не отклеивай ты что, не сейчас. Надо сначала обработать все, обезжирить. Вот такая пантера. Где она у нас будет? Сзади? Нет, сзади будет цифры, да? Вот это надо как-то отклеить. Нет, подожди, Макар, ничего не отклеивай. Вот это вот сюда, может быть, наклеим пантеру? Или сюда цифры наклеим? Пантеру, давай. А, да, пантера сюда не влазит. Подожди, цифры померяй, Макар. Да подождишь ты. Вот сюда. Нет, туда тоже не влезет, мне кажется. Подожди, сейчас цифры померяем. Туда! Нет, подожди, ну ты подержи же, господи. Давай на сетку буки. На сетку, здрасте. А я не буду ничего не видеть. Я бы вот сюда ее наклеила. Но у него здесь Сэм. Ну ничего. Снимем их? Сбоку ее могут наклеить. А эти снимем? Нет, давай вот здесь. Очень будет красиво тогда. Многим сбоку Сэм клеить. Ну самое нормальное здесь будет. Нет, давай вот здесь. А потом здесь да. Можно, чтобы не было. Здесь не видно будет, а тут будет видно. Вот эту мы отклеим, сейчас переклеим сюда. Нет, давай здесь она видно. Не, новую наклеим сюда где-то. Ну или попросить сегодня, да, этого. Он новый наклеит голубой ему. Угу. Так, а тут вот надо номер еще наклеить. Номер можно скрыть. Будет вот эти, Ев, номер можно, наверное, сбоку наклеить. Но тут везде ребра жесткости. Мама. Вот номер либо тоже здесь, на этом месте хорошо будет смотреться, либо сзади вот тут.
Давай его здесь. Ай, пальцы мне прищемил. Давай ну, его я здесь. Не знаю, вот эту, если отклеим сейчас. Вот эту штучку. Давай, когда а вот сюда все равно номер не влезет. Номер влезет. Вот сюда надо клеить. А вот так номер, а он влезет. Слева сбоку окей, номер. Окей, сейчас что-нибудь придумаем. А, да, я подумаю. Здесь буки, а здесь панкей. Здесь мое... Хорошо. Как твои ручки? Покажи нам. Я ему говорю, ты же мой сильный. Он говорит, и терпеливый. Скажи терпеливый, сынок. Терпеливый, да. Мама, смотри. Все, это отходим. Это девочки будут делать. И мама. Все, это трогать вам нельзя. Идите кушайте и занимайтесь делами. Это кому? Никуш, найди, пожалуйста, супрастин. Я сейчас хочу Макару дать супрастин. Положить его спать. Все равно минимизировать. Потому что 5 прививок, я прям вообще сегодня в шоке. Я, конечно, знала, что будет много. И мы уже так Мишельки ставили. Но все равно как-то хочется его поддержать немножко. И дам ему антигистаминное. И отправлю спать для тренировки. Циферка уже готова. Имя клеим. Все готово. Маечка готовая. Теперь осталось сделать еще такую же красную. И все, да, сынок? Да. А, на тебе. Еще одну букву. Не, мне не надо. Это на другую майку. Все.